Всем привет! В общем, ситуация такая. Тачка еще лучше прежней. На зазорах, на распорке. Правда, здесь минус 7, тут минус 3. Вот. Но это, надеюсь, поправим. Ждем Славу, везет нам новые кулаки. А мы пока проходим кивком и пробуем выехать на тесты. Друзья, доброе утро. В общем, такая у нас история. Мы закончили. И машина собирается ехать на тепло. Крыло немножко не подобрали в цвет. Так. Вань, ты доволен? Я похуй. Так, ну что, второй день настал. Мы вчера чинились до 4 часов, поспали 2 часа. Леша поехал проходить техкомиссию. Но, к сожалению, пришлось нашему боевому товарищу съездить еще в Москву. Это уже вторая поездка. Запчасти, потому что не все у нас подналадилось. Вот, поэтому держим кулачки, пока еще не о чем говорить. Лехе вообще пофигу на все. Где рычаги, ему вообще пофигу, он сидит на кайфах. В общем, поменяли мы на вторую попытку колеса, поставили 18-е. Мы как бы экономим, потому что слейка нет. Первую попытку на 17-ках, вторую на 18-ках. И стою на старте, включаю светофор, я вспоминаю, блин, я их не прогрел. Поэтому такая получилась, наверное, постановка не очень хорошая. Ну а дальше уже постарался сделать все, что от меня зависит. Очень сложно с разным углом развала ехать под стеной. Слева у меня минус 7, справа минус 3. Вот, но все-таки мы справились, программа минимум выполнена, сейчас меняем кулаки, едем на развал и готовимся к завтрашним парням. Надеюсь, я прошел. Слышь, это было очень агрессивно, приятно. Спасибо, что ты сегодня был здесь. Демонстрирует неплохой темп, какая-то скорость такая, довольно-таки хорошая с перекладочками. Вроде все хорошо, заезжает и берет полностью outside zone 3. Вот топ 32 второго дня первого этапа, 79 баллов. Неужели сегодня клуб 90 останется в горном? Алексей Карелин, Александр Луцарев. Программа минимум на сегодня выполнена. Мы прошли квалификацию на 7-м месте. Вот, это, конечно, не только моя заслуга. Вот, спасибо всем ребятам, кто впрягался и помогал. Вот, завтра парные, но и на кривой машине ехать точно не вариант. Поэтому мы снова на развале. Поменяли передние кулаки на ровные. Вот. И сейчас будем мерить. Сход развал, регулировать, чтобы все было ровно. А то как-то стрёмно под стеночкой ехать, когда есть какие-то проблемы с рулевым управлением. Мы такое уже проходили.